Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Myth of Empires. Это у нас мифы империй. И давайте сразу выберем, на каком сервере мы будем играть. Игра на русском языке, это у нас онлайн ММО, но не у всех она, ребят, сразу пойдет хорошо. Смотрите, она весит больше 100 гигабайт. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас у себя в настройках поставил максимальное почти качество, высокие настройки, но с поддержкой DLSS. И в DLSS я выбрал баланс. Не знаю, насколько будет прогружаться. Я устанавливал не на SSD, а на обычный жесткий диск, потому что SSD-шки у меня все почти заняты, и такого свободного объема нет. И даже не знаю, официальный сервер New Era, давайте, наверное, к нему будем подключаться. И проверим, что игра нам сейчас покажет. Графика на самом деле тут должна быть очень крутая, но я не особо уверен, что сейчас с моими выставленными настройками все будет очень хорошо идти. Ну посмотрим, как будет DLSS справляться и насколько будет игра нормально прогружаться с обычного жесткого диска. С SSD, конечно, было бы побыстрее, но тут уж как могу, так и запускаю, ребят. Так что не судите строго. 100 гигабайт на SSD у меня нету. Так, ну ждем подключения тогда к онлайн-серверу и будем разбираться. Вот, так. Ну смотрите, нормально прогружается. Мы можем лицо себе выбрать. Давайте посмотрим, какое лицо мы выберем. Кстати, видите, тело у нас более-менее четкое, а лицо что-то размытое. Так, так, у нас тут все лица азиатской внешности, хотя нет. Вот. Еще есть более-менее. Так, ну давайте какого-нибудь такого вот, может быть, среднего выберем. Так, а это что такое? Во, нифига себе, то есть мы можем вот тут прям менять значительно черты лица. Прикольно. То есть редактор тут достаточно такой прям серьезный. Подбородки, челюсть. Нифига себе, вот такую можем прям челюсть сделать. Так, высота, глубина, наклон челюсти, край. Так, нет, наверное, все больше трогать не будем. Так, теперь тело давайте. Высота, ну давайте высокого сделаем чувака. Даже вот такого пухляша можно сделать. Хорошо, не, у нас будет более-менее среднего. Так, мышцы. Ну, даже не знаю, не сильно перекачанного делать не будем, как-то не смотрится. Давайте вот так примерно сделаем. Грязь. Зачем нам грязь? Нет, у нас он чистый будет. Так, и цвет кожи. Какой мы можем выбрать? В принципе, ну, вот такой нормально будет. Так, теперь мы можем еще прическу сделать. Глаза. О, можно вот такие здоровые. Не, наверное, средние оставим. Угол, так, угол не трогаем, глубина, так, нос, нос, размер носа, да все, в принципе, можно оставить как есть, только единственное, мы можем вот тут вот бороду какую-то сделать. Ну, слушайте, мне вот такая вот, даже во, вот такая мне нравится борода, единственное, причесон бы какой-нибудь нормальный, во, а вот так прикольно, с косичкой мне вот этот вот образ нравится. Хотя тут еще, смотрите, прям очень много. Или вот таким сделать. Ну. Во. Наверное, вот таким сделаем нашего чувака. Брови, все остальное оставляем. Подтверждаем. Не удалось создать персонажа. Введите имя. А где мне имя-то вводить? Не-н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 е. Да блин, все сбросилось, что ли? Ладно. Так. Глаза, нос, это все оставляем. Так, тело у нас было не сильно не грязное. Так, цвет такой. Лицо такое было. Дальше. Дальше мы идем. Прически выбираем. Так, борода у нас какая была? Вот такая, по-моему, нет. Нет, нет, у нас вот такая была борода. И причесончик у нас был вот такой.
Все, в принципе, нормально. А где имя-то вводить? Я что-то не понял. Так, сохранить, сохранить. Вот, сохраняем шаблон облика. Мое. Ну, ладно, шаблон успешно сохранен. Ну, хотя бы мы не будем... Так, введите имя. Вот тут у нас будет пип. Так. Ввожу свой ник. И давайте подключаться. Ну, вроде нормальный у нас такой чувачок. Я надеюсь, мы не голыми начнем полностью. Это было бы забавно, если бы мы в одних труханах вот так начали с вами играть. Было бы прям очень несерьезно как-то. Так, вот, у нас прогружается карта. Да ни хрена себе. Сколько тут много букв. Что нам делать-то тут надо? Мы где-то должны режим... Так, ну, наверное, сюда быстро присоединиться. Так, а я не могу сюда быстро присоединиться. Куда я могу присоединиться? Во. Так, мы вот нажимаем вот сюда, ПВЕ. Так, Азия. Ну, вот так вот присоединяемся. Охренеть, тут очень-очень много всяких еще разных локаций, где мы можем побывать. Нам бы вообще хотя бы до игрового момента дойти, посмотреть, что игра себя представляет. Я, конечно, не профессионал вообще в ММО играх и с трудом в них разбираюсь, но прям интересно даже посмотреть эту игру, потому что в нее играет больше 270-280 тысяч человек ежедневно. Так что это прям очень серьезные цифры, и тоже захотелось посмотреть, тем более разработчики мне прислали эту игру на обзор, и вместе, ребят, будем сейчас смотреть. Загрузки, да, конечно, долгие, но это все еще из-за того, что мы подключаемся к серверам. И, скорее всего, сервера-то могут находиться как раз не в Европе, а где-нибудь как раз в Китае. Что тоже добавляет задержки очень сильные. Ну, главное, чтобы хотя бы вообще что-нибудь у нас загрузилось. И мы уже начали проходить, что-то смотреть и так далее. Так, ну что, пока, наверное, ждем. Так, ну, вроде что-то начало прогружаться. Да, опять мы можем еще выбрать, где. Лес. Так, альвеальная равнина. Так, войти в игру. Да что ж такое-то, везде надо войти в игру. И что? Что-то прогрузилось, наконец-то, почти. Пока что белый экран вижу. Так, новичок. Повышение уровня, рекомендуемый выбор. Так, ладно. Так, и где я? В кустах нахожусь. Дайте мне на себя хотя бы посмотреть-то. Во. Так, мы выбрались. Так, ну, слушайте, ну, достаточно пока все симпатичненько выглядит. Правда, я не знаю. Сбор. Чего нам? Нам нужно делать сбор. Так, деревянные ветки. Ну, хорошо, это, допустим, мы все будем собирать. Булыжник. Нам что-то еще нужно будет крафтить. Нажмите I, чтобы открыть инвентарь. В инвентаре у нас есть ветки и палки. И еще миллион кнопок. Всякие это навыки у нас. То есть мы можем что-то прокачивать тут, повышать и так далее. Чертежи. Так, инструмент новичка. То есть у нас есть факел, каменный топор, каменный молот, веревка. Так, хорошо, каменный топор. Я скрафтить это могу как-то или нет? Оружие и так далее. Короче, вообще непонятно, сбор травы. Как нам крафтить тут? Достижение. Событие. Знать. Что такое знать? А, нифига себе, это все прям вот такие вот. Просто людин, бароны. Короче, вся вот такая подноготная. От самого низа до самого великого служителя. Территории, да, я видел, журнал, события, почта. Что-то нам в почте системное письмо какое-то пришло. Ладно, давайте вообще походим, посмотрим, что тут в игре. Ну, слушайте, пока что выглядит достаточно неплохо, если учесть, что у нас подключен DLSS и 100 гигов игра занимает, то могу сказать, что достаточно неплохо она работает. Хотя есть небольшие фрезы. Так, и вот что мне предлагают? Кролик? А как мне кролика мочкануть-то? Я же не могу его убить.
Стоять. Блин, ну в рукопашную я не могу с кроликом справиться. Да ни хрена себе, тут еще лисы есть. Не, явно на лис я нападать не буду. Это все хорошо. А вот это что такое? Чего? Мертвый страж Нагул 18 уровня где-то тут стоит. А, трупешник, нифига, я могу его обыскать? Так. Я думаю, он не особо будет рад, если я его сейчас облутаю. Но я, кстати, не могу этого сделать. Нажмите L. Так. Отображать метки заданий. Основные. Так, ну, собрать травы. Так. Сбор травы. Мне нужно 50 штук травы найти. Так, это что такое? Костер. И, ну, я не могу его. Так, сбор. Долго. Булыжник. Какой нахрен булыжник? Булыжник, булыжник, булыжник. Это хорошо, что я булыжники собираю. А траву-то мне можно собрать? Ветки. Может, вы мне подскажете, где трава у нас есть? Так, палки, ветки, булыжники. Это все хорошо, я собираю. А какую мне траву-то можно собирать? Задание называется «Выполняю». Ветка, ветка. Так, а это что у нас? Ячейки какие-то еще можно себе добавить. Автодвижение, пинок на F есть. О, ух ты, нифига себе, мы ногой как можем сделать. Так, это все чудесно, но, блин, а я, может, кролика ногой могу долбануть? Ну, блин, это какая-то жесть прям. Да стоять. Да не, не могу. Слишком заяц маленький. Даже не знаю, что делать-то. Открыть инвентарь. Ну, в смысле? Так, навыки, экипировать. Что мы можем? Ни хрена мы не можем экипировать. Задание. Где наши гребаные задания? Так, а мы что-нибудь можем вообще прокачать с самого начала? Нифига ничего не можем. Так, чертежи. Инструмент новичка. И как мне? Ничего же не объясняют. Так, вот. Наше задание. Травы собрать. Откройте панель таланты и навыки. Выберите умение нажать увеличить опыт. Таланты и навыки. Так. Таланты и навыки. Ну, легендарный навык только есть. Панель таланты и навыки. Вот это, наверное. Да хрен его знает. Чё я тут могу увеличить? Ни хрена я тут не могу увеличить. Абсолютно непонятно. Подпивас, владелец гильдии или управление. Типа... какой-то гильдии могу еще тут присоединиться. Нажмите Е. Стой лицом к кусту, чтобы собрать траву. Да не собирает он траву, я уже был у кустов. А, да? Серьезно? Трава? Так, ладно, собираем. Ни хрена себе, я целые кусты тут вырываю. Это все чудесно. А что мне за это дадут? Только почему это трава? Не особо понятно. Ветки, булыжники. Так, давайте, наверное, в какие-нибудь другие кусты пойдем. А то что-то тут не особо уже много травы осталось, добавлены ветки. О, трава еще есть. Собирает очень как-то неохотно наш чувак все. Булыжники в основном берет. Как будто трава ему не особо-то нравится.
Добавлен опыт. То есть мы потихонечку прокачиваем. О, нифига себе, повышение уровня. Вот это мне нравится. Уже немножечко мы прокачались. Так, о, нифига. Там какие-то у нас даже постройки есть. Но подождите, мы пока выполняем задание. Кучу травы надо собрать. Сбор травы. Нажмите X, чтобы получить награду. Новая миссия. Изготовление обычной веревки. Так, выберите навык, который вы хотите использовать в качестве своего опыта. Нажмите L. Так, тут выполнено. Навык. Выберите навык. Таланты и навыки. Так, рекомендуется для новичка навык дровосек. Оружие. Во, инструменты. Подтвердить. Костер. Ништяк. Так, навык метательный камень. Подождите. Мне. Так, чертежи. Где навыки-то? Почта. Блин, ну тут ни хрена не поймешь. Изготовление обычной веревки. Так, мне бы вот это. Задание надо выполнить. Изготовление обычной веревки. Так. Это мы выполнили. Откройте панель таланты и навыки. Инвентарь. Да нету тут. Я не вижу. Экипировать оружие, строительство, сырье. Нет, это у нас сортировка. Вот это что ли? Это что у нас? Почему не подписывается? Таланты и навыки. Где оно, гребаные таланты и навыки? Так, одноручное. Что, вот это может быть? Так. Владение, чё, усиление, метание, осада. Да ни хрена не пойму. Так, нет, блин. Да, тут пока все разберешься, совсем разберешься, все наполнишь. Так, жестоко, чтобы открыть инвентарь. Да зачем мне этот инвентарь? Я уже тут. Чертеж. Инструмент. Дальше я ничего пока не могу прокачивать себе. Вот мы прокачали инструмент костер. Камень подтвердить. Так, ну тут мы тоже что-то прокачали. И вот тут мы можем. Грубые деревянные защитные снаряжения. Так, тут тоже прокачано. Хрен его знает, короче. Чертежи. Вот ни хрена непонятно. И очень интересно. Веревки 15 штук сделать. Как нам сделать веревки? Давайте тогда почитаем, как нам сделать веревки. Где у нас задание-то? Вот. Так, откройте. Так, это не то. Вот, веревки. Добыто достаточно травы. Создайте соломенную веревку на панели крафта вашего инвентаря. Какой нахрен? Изготовьте обычную панель крафта. Факел, топор. Соломенная веревка. Во. И? А как ее изготовить-то? Крафт инвентаря. Ну, да как? На какую кнопку-то? Крафт инвентаря. Это что у нас такое? Подчинение, тактика, достижение, события, знать, теория, журнал, события, почта, магазин, предпросмотр облика, инвентарь. Так, разделить, выбросить. Это явно не то. Вот, короче, выбросить. Вообще ни хрена непонятно, что где делать. Как мне эту веревку гребаную скрафтить? Что это за лесоруб? Типа я могу что-то тут начать? Повышать? Не, нифига, я тут ничего не могу. Плюсик какой-то. Добавить очко. И очки умений добавляю сюда.
Ага, так, кирка, атлетизм, лук, метательные, так, одноручные, давайте тогда сюда будем прокачивать. Дальше разбираемся. Блин, вот веревка есть, да, материалы для производства есть. А на какую кнопку нажать-то? Вот я нажимаю на правую, на левую и не могу скрафтить. То есть мне же нужна какая-то печка или что? Стол. Какой-то для крафта. Так, награду я получил. Собрать травы. А, атлетизм. Это я тоже сделал, да? Так, все. Вот это мне нужно, значит, только обычной веревки. Читаем еще раз. Создайте соломенную веревку на панели крафта вашего инвентаря. Панель крафта. Вот мой инвентарь. А, подождите-ка. Во! Так. Больше. 14. Так, 12. Подтвердить. Все. Я понял. Вот теперь я понял. Ну, слушайте, можно разобраться, конечно. Просто куча всего тут. Я к такому не особо привык. Так, у нас с крафтом даже идет, смотрите, прокачка уровня. 15 веревок мне нужно сделать. Так, 11 уже сделали, хорошо. То есть нас все равно пока обучают. Так, 13 веревок. Соответственно, мне нужно еще немножечко травы. А, нифига себе, там у нас олени какие-то бегают. Так, мне нужно больше травы. Семена. Какие нахрен семена? Подождите-ка. А где... Так. О, трава. Отлично. Давай, 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 собирай. Мне веревки еще нужно скрафтить. Веревки. Так, больше сколько? 13, да, две штуки еще как раз. Все, мы выполнили задание, и мы, кстати, можем себе еще каменный топор и каменный молот скрафтить. Каменный топор хочу создать. Так, все, пусть создается. Так, на X нам. Так, новая миссия. Соберите камень и дерево. Это я сделал изготовление каменного топора. Он сейчас делается у меня как раз. Так, X, L. Так, каменный топор. Что это? Поместите каменный топор в боковую панель. Сбор веток. Каменный топор в боковую панель. Чего? В какую боковую панель? Куда-то сюда? А в какую из панелей? Боковую панель. Так, допустим. Поместите топор. Так, сбор веток. О, я достал топор. Ну, я типа рублю. Так, а мне ветки нужно. Дохренище веток. Так, давайте, наверное, попробуем, может, дерево. Во, смотрите, как быстро собираем. Так, отлично. Сбор. Так, трава, опыт. Так, хорошо. Еще чуть-чуть нам осталось. Все, получили. Давайте награду получим. Каменного молота. Так.
Меня учат всякой фигне, короче, тут потихонечку. Так, каменный молот мне теперь нужно скрафтить, да? Окей, собираем каменный молот. Чуть такое саранча. Где мы саранчу успели найти с вами? Да, за какого-то я прям неандертальца. Я реально в одних труханах бегаю. То есть никого это не смущает. Так, мы все. Молот с вами сделали. В инвентарь поместили, на двойку нажали, и нам, видимо, надо вот эти вот булыжники долбить. Смотрите, как быстренько у нас собирается. Я потихонечку начинаю вникать в процесс, и как-то все быстрее. Так, ягоды, горох какой-то, ветки. Так, все. О, что-то еще, короче, до хрена тут что есть. Ну, пока по заданиям с вами проходимся. Вот так вот. Просто ни хрена себе мы ломаем камни. Так, все, мы справились. Создайте лагерный костер. Хочу. Лагерный костер было бы неплохо создать. Так, все, создается. Мы, кстати же, еще можем какие-то навыки прокачать. Одноручное оружие, щит. Атлетизм, производство. Да хрен его знает. Все хочется прокачать. Так, ну давайте сюда одноручное оружие добавим. Нам пригодится все-таки с вами что-то делать. Так, во. Так, уровень повышен. Так, и что мы тут можем? Ни хрена пока мы тут не можем, да, больше крафтить. Тут ничего. А вот тут что-то мы можем добавить. О, каменная стрела, редкое древковое оружие. Так, улучшение брони. Ну ладно, а мы все же можем, да, тут получается. У нас свитки вот это, очки рецептов дают нам это все прокачать. Так, деревянный фундамент, базовые рецепты. Все, смотрите. Смотрите, мы начинаем потихонечку прокачивать. Где у нас есть красные точки, это места, где мы можем что-то новое добавить. Так, изготовить костер. И изготовили. Так, мы его изготовили. Как нам его поставить? То есть нам тоже вот сюда в инвентарь надо. На трешечку нажимаем и... все, костер сделали. Так, жареная саранча на костре. А как мне? Так, положить ветку или траву в топливный слот костра. А как мне это сделать? А, просто, да? То есть надо... А как? Что за топливный слот? Вот сюда, что ли? Костер. Во. Включить. Я включил. Так, есть. Ешьте саранчу на вертеле, чтобы открыть. Так. На еда. Так, саранча. Вот, видимо, сюда мы готовить сейчас будем. Так. Так. А чё это тут потух-то? Включить. Ну. И как нам саранчу-то пожрать? Раньше добавил материалы изготовления. Так, разделить, выбросить, использовать. Так, что я сделал? Я не съел. Как мне приготовить-то? Еда. Когда воины назначат? О, древесная зола. Ну ладно, спасибо. Забрал. Так, как мне тебя выбросить, разделить, использовать? То есть я просто жру, да? То есть приготовить я не могу. Как мне на костер-то? Давайте я вот сюда сделаю и четверочку. Ага, я их просто ем. Не, мне не надо их просто есть. Мне как бы саранчу-то надо. Материалы изготовления. Подождите, а это что такое? Жареное мясо.
Жареная жаба. А чё, жареную саранчу не могу? Как мне саранчу приготовить? Изготовление доспехов. Мне не надо изготовление. Я хочу, чтобы саранча у меня готовилась. Потеряна саранча. В смысле потеряна? Она готовится, наверное. Так. Смотрим. Жареная саранча. Когда вы осуществляете сбор в кустах, вы можете найти саранчу. Если съесть сырую саранчу, это будет иметь негативные последствия. Ё-моё. Саранчу. А, мне вот сюда надо. Так, тут даже показывается. Положите саранчу в инвентарь ремесленных материалов. Положите ветку. И топ. Нажмите активировать. Нажмите саранча на вертеле. Так. Стопы. Где мы? А куда я саранчу дел? А, она в костре лежит. Так. Залу собираем. Вот сюда нам нужно. Во. Приготовить саранчу. Создать. Две штуки. Блин. Одну только. Давайте еще одну. Так. Я сделал. В инвентарь. Все. Саранчу забрали. И нам получается две штучки. Надо просто сожрать. А, на четверку переключаемся. Отлично. Все. И с этим мы тоже справились. Новая миссия. Изучить основной рецепт. Так, миссия «Создайте базовое оружие». Так, ну ладно, на этом сегодня все. Слушайте, надо разбираться потихонечку. У нас тут уже светать начало. С первого раза, конечно, мы тут особо ни хрена не разберемся, потому что очень много всего нам тут вообще пока что только объясняют, как чего и как нужно делать. Так, давайте, наверное, затушим наш костер. А то что-то очень много у нас ресурсов с вами жжется. Все, обязательно еще вернемся в эту игру. Попробуем дальше прокачиваться, немножечко себе шмот намутить, какое-нибудь оружие, и уже и за животными поохотимся, и куда-то в город пойдем, и с кем-нибудь еще повоюем. Игра громаднейшая, и, слава богу, тут есть русский язык, более-менее как-то что-то можно понять, но надо просто понять, как что тут делать, запомнить все механики, все вот эти менюшки, и будет намного проще. На этом сегодня все, ребят. Если понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, с вас какой-нибудь комментарий. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.